Ведь сегодня мы собрались на этой площади для того, чтобы праздновать, для того, чтобы радоваться тому, что городу Петрозаводску присвоено звание, великое звание города, который добывал славу, добывал свободу и независимость нашей республики в годы Второй мировой войны. Сколько жертв, сколько падений, сколько жертв мы принесли в дань тому, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли петь, чтобы мы могли учиться. Ведь в этой жизни так много разных подводных камней. Аплодисменты нашему городу, великому городу России! Вот этот балаган, который там, на той стороне, организовали вроде бы в честь Дня Победы. А забыли совершенно о том, что у нас еще море людей, ветеранов, участников войны, вдов войны, вдов, которые не имеют ни жилья, ни туалетов, ни воды в своих квартирах. И 10 лет одна из этих женщин, которая вырастила 5 детей, которая является вдовой орденоносца, участника Великой войны. И она бьется 10 лет для того, чтобы в человеческих условиях пожить хотя бы сколько-то. Я, зная о том, что вот собирается вот этот вот балаган, постаралась тоже выйти туда и выступить сразу после Худилайнина. И что началось? Сразу же буквально включили микрофоны, начали орать песни, кричать и говорить о том, что они за Родину, за Родину, в общем. Это безобразие, это неуважение к нам, это неуважение то, что они сейчас там вытворяют. И мы все это терпим, и мы терпим постоянно это. И я умоляю, я прошу вас, дело в том, что помочь вот этим людям, которые остались, их немного. 123 человека в городе Петрозаводске, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны. Путин обещал всех обеспечить к 70-летию квартирами, но до сих пор они не получили. И вчера одна из этих ветеранш получает письмо из администрации президента о том, что не будет ей этой квартиры. Ей придется подождать еще один хотя бы или 2 года, а ей 89 лет. Это безобразие. Я 5 месяцев пыталась прийти к нему на прием. Я приходила регулярно 5 месяцев записаться, но бесполезно. Он занят. Он 5 месяцев не принимает граждан. Он, видите ли, очень занят. Чем он занят? Неизвестно, чем он занят, если вот тут мы собрались и знаем о том, что республика в ужасающем положении. И мне стыдно, что вот там поют, танцуют, в общем-то танцуют на костях. Это праздник со слезами на глазах, а у нас устраивают балаган. Извините. Спасибо. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов города Петрозаводска Карасовой Галине Егоровне.